Ногти с пивом внутри. Гениальная идея. Я у мамы ювелир, поэтому кружку буду делать своими золотыми руками и гелевыми типсами. Риск всей конструкции только в том, что если ты как-то неправильно это все закрепишь и где-то оставишь малюсенькое отверстие, то оно потом обоссыт тебя. Дальше мой уже бронированный ноготь я делаю граненым, чтобы он был как настоящая кружка. Ну и куда без ручки, осудят же ценители светлого нефильтрованного. Заливаем святую воду. Делаем немножко шики-шики кисточкой, и у нас получается такой красивый пивно-ноготь. Обратите внимание, какая пена, какие грани. Такие ногти заценит твой батя, батя твоего бати и все бати на цвете. А все это я сделала только ради одной фотографии.